В Марксе сотрудники полиции и управления ФСБ задержали Михаила Натурина, директора МУП «Тепло». По предварительным данным, он заподозрен в хищении денежных средств предприятия в особо крупном размере. В общей сложности пока нашли доказательства присвоения более 4,5 миллионов рублей. И сегодня в Волжском районном суде состоялось заседание об избрании меры пресечения обвиняемому. Натурин полностью признал свою вину и попросил суд не заключать его под стражу. Об этом ходатайствовал и адвокат подсудимого. Выслушав все стороны, в том числе и гособвинителя, судья объявил перерыв на 30 минут, после чего озвучил решение в отношении Михаила Натурина. На основании изложенного руководствуясь статьей 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил избрать обвиняемого Натурина Михаила Павловича меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области на срок 2 месяца, то есть до 26 июня 2017 года. Сбор доказательств по уголовному делу продолжается. Проводится необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий. Преступные действия Натурина были выявлены в результате грамотно спланированных оперативных мероприятий сотрудников региональных УФСБ и УЭБПК ГУВД МВД России по Саратовской области. Следователи не исключают, что руководитель муниципального предприятия мог выступать посредником при получении взяток ныне инкриминируемых экс-главе Марксовского района Олегу Тополю. В его отношении в настоящий момент расследуют сразу 6 уголовных дел. Олега Тополя обвиняют в ряде коррупционных преступлений, получении взяток, а также злоупотреблении должностными полномочиями.